Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor Magic V3. И сейчас я покажу вам, как перенести файлы со старого устройства на это. Итак, у нас здесь есть установленное приложение системное Device Clone. Можем его открыть. Нажимаем «Принимаю». Далее выбираем это новое устройство. Нажимаем «При использовании приложения» либо «Разрешить». Даем некоторые разрешения. Здесь нужно дать доступ к фотографиям и видео. Далее выбираем наше старое устройство. У меня это другое Android. И теперь нам нужно установить Device Clone на старом устройстве. Значит, нужно отсканировать QR-код. Сканируем, переходим по ссылке. У нас идет скачивание. Нажимаем «Открыть». Нажимаем «Установить». И нажимаем «Открыть приложение». Здесь мы нажимаем «Далее». И теперь нажимаем «Принимаю». Здесь также мы выбираем это старое устройство, даем некоторые разрешения. Выбираем либо «При использовании приложения», либо «Разрешить». И теперь нам нужно отсканировать QR-код. Либо также можем подключиться вот при помощи здесь данных Wi-Fi и пароля. Сканируем код, у нас подключается устройство. Нажимаем «Подключить». Здесь нам нужно задать пароль экрана блокировки. И теперь мы можем выбрать данные, которые хотим перенести. Здесь я не могу перенести всего, но я могу перенести приложение «Галерею сообщений». Нажимаю «Перенос». Вводим пароль от нашего устройства, и перенос начинается. Нажимаем «Ок», и можем это устройство уже убрать. И перенос выполнен. Нажимаем «Готово». На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.